Игорь Кошин сложил полномочия губернатора Ненецкого округа. О своем решении уйти с поста руководителя региона он объявил сегодня, поблагодарив членов администрации, депутатского корпуса и руководителей предприятий Ненецкого округа за совместную работу. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Позвольте вас поблагодарить, особенно сейчас, когда проявились первые результаты нашей с вами совместной работы. Первые дома, соцобъекты, которые мы теперь производим из собственных, а не привозных материалов. Обновленные фермы, убойные пункты, новые самолеты, вертолеты, когорта молодых предпринимателей. Трехсторонние контракты, которые гарантируют трудоустройство нашим будущим выпускникам. Ипотека под 1%, декларация о намерениях инвестировать в порт Интига. Все эти три года я просыпался с курсом доллара на экране мобильного телефона. И цены барреля нефти. По одной простой причине, потому что эти цифры слишком многое значат для нашего региона. А именно возможность содержать огромную бюджетную систему, в которой занято практически две трети нашего населения, свыше 75%. Коллеги, я знаю, что очень многие изменения были болезненны. Из-за того, что наложились на экономический кризис, когда доходы упали на треть. Но тем не менее, коллеги, нам с вами удалось сделать практически невозможное. Мы развернули планово-убыточную систему хозяйствования нашего богатого региона в русло эффективности и поощрения инициативы. И вместо умения писать заявки в бюджет, на первое место все-таки вышли такие качества, как личная инициатива и умение брать ответственность за результат. Никто не любит реформы, но все хотят пользоваться их результатами. Я рад, что эти результаты останутся и после меня. И прошу вас сплотиться для достижения тех, которые пока еще в процессе. И прежде всего я имею в виду обновление системы профессионального образования, привлечение потенциальных работодателей к этому. Вы же помните, что компетенция – это наша новая нефть. Поэтому для каждого жителя округа важно, чтобы вы обязательно продолжили эту работу. Я с полной уверенностью это говорю, потому что знаю, насколько важно любить то, чем занимаешься. Когда болеешь за результат и не делишь часы и дни недели на рабочие либо выходные, уж тем более праздничные, а просто идешь к своей цели – сделать непростую жизнь – людей Крайнего Севера, стабильнее, комфортнее. И самое важное, конечно, это защитить их от колебаний цен на нефть. Быть губернатором родного для меня края – большая честь. Коллеги, спасибо за ваше участие, поддержку, возражения, критику, идеи, ну и, конечно же, прорывы. И я прошу вас также сплоченно продолжать работать, чтобы наш округ был территорией, где людям комфортно и, конечно же, радостно жить. В связи с переходом на новое место работы я принял решение уйти в отставку с поста губернатора Ненецкого автономного округа. Коллеги, фундамент мы заложили, строить дальше вам. Большое спасибо за совместную работу.